Доброго вечора, мы из Украины. Я приветствую зрителей моего канала в программе «Дорого в КАЗ. Контрнаступ». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, главное, оставляйте ваши комментарии, ведь именно они становятся частью моих будущих программ. И действительно, именно ваши комментарии, а также многочисленные и настоятельные просьбы побудили меня к открытию второго информационного фронта. Подписывайтесь на новый англоязычный канал Максакова ТВ. Я призываю, безусловно, не только зрителей, которые владеют английским языком, подписываться на канал Максакова ТВ, но и также всех желающих, потому что YouTube предоставляет субтитры. Первой гостьей моей дебютной программе на канале Максакова ТВ стала Наталья Фогель. Наталья Фогель посвятила свою карьеру защите и продвижению демократии и демократических движений во всем мире. Выпускница Института политических наук Инсбрукского университета, это Австрия, Натали преподавала международные отношения в Боннском университете в Германии. Она работала руководителем проектов и консультантом по вопросам молодежи и гражданского общества в офисе НАТО в Москве. До 2015 года Натали Фогель была научным сотрудником Института мировой политики в Вашингтоне. Как специалист по информационной войне, Натали следит за операциями влияния в Германии с 2007 года и консультирует законодателей и аналитические центры. Она офицер запаса ВВС Германии. В 2015 году Натали Фогель присоединилась к Центру европейских ценностей политики безопасности в качестве старшего внешнего научного сотрудника. А в 2020 году Натали присоединилась к программе «Наблюдение за Кремлем» в качестве старшего научного сотрудника. Там в ее непосредственные обязанности входит в том числе расследование киберинцидентов, проверка биографических данных, надзор за обучением и координация брифингов по безопасности, а также мониторинг и противодействие дезинформации. В своей первой программе я постаралась задать самые актуальные, я бы даже сказала, злободневные вопросы такому важному, уважаемому во всем мире специалисту по информационным войнам. Я считаю, что информация, которую дает Наталья, абсолютно бесценна для нас сегодня. Я, во-первых, благодарна ей за время, которое она потратила на мой новый канал Максакова ТВ, и, безусловно, призываю всех переходить по ссылке и смотреть программу, которая уже предоставлена вашему вниманию, ну и, безусловно, подписываться на канал Максакова ТВ, ставить лайк и, главное, оставлять ваши комментарии, потому что именно они становятся частью моих будущих программ.